Привет, YouTube. Ну, в принципе, вопрос по Сауфорду можно было бы считать закрытым, но мне так не нравится. Сейчас нож заточен с достаточно крупным финишем, который я себе обычно не позволяю, в районе примерно 3 микрон. Я хочу проверить просто собственную идею на тему того, что сталька все-таки сильно качеством хуже, чем М390, но при этом твердость и состав у нее все-таки остался. Возможно, это нам поможет в некоторой степени побороть вот это замыливание, которое было. И, возможно, это нам поможет хоть что-то выжать из этого ножа. В данный момент у нас примерно 35 градусов угол. 30 я делать не стал, потому что, как я уже говорил, фокус, давай не дури, а. Кончик становится достаточно, почти не видно, но тем не менее, вот сейчас я там видно, кончик становится достаточно мощным. 30 он может уже эстетически просто не выдержать. Поэтому давайте попробуем, посмотрим, что получится. Определенно спайдерка выиграла приз «Самая поганая заводская заточка года». Видно, да, то есть совершенно другое ощущение отреза идет. Вообще другое. Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9-10. Конечно, не джедайский меч, но более-менее можно жить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стульник. Ну, в общем, рез идет гораздо бодрее, это очевидно, причем серьезно очевидно. Тем не менее, он не идет так, как шел на миле. Тоже очевидно. Тут и угол включается, но главным образом рукояточка-то мелкая, мелкая. Палец, ну, он зацепляется, но не так, как на миле. Ну, поехали, еще порежем. Пока, в принципе, идешь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 20, наверное, или 30, больше, еще 20. Руку выключает, скотина.
тупо-тупо выключает руку. Чё я взмок? Сейчас жарко, нормально, но не милее. Это всё-таки как кат перформанс. Ну, в общем, идея подтверждается. Пока он идет довольно бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, у меня отдых, скотч наматывается. Не, никаких рекордами тут и не пахнет, конечно, тут тоже надо понимать. Не тот совершенно формат, но факт в чем? Даже из этой стальки можно что-то выжимать, в принципе. То есть мыла пока нет, ножка идет нормально, но вы, наверное, замечали, что он как бы застревает чуть в канате. Вот это как раз вот не такой вот рез, как на М390. На миле совсем не такой, то есть нет такой, так скажем, производительности реза нет. Ну и какой-никакой рез есть, в общем-то. Кстати, подтверждение, что в принципе нож канат влезает даже с такими спусками. То есть люди как бы сильно-сильно-сильно не ругали спуски. Как видно, в этом может быть и есть проблема, но жить сильно она не мешает. Конечно, он всегда останется открытым вопрос, что там на 30 градусах. Но я думаю, на этот вопрос нам ответит зеленая парамиль. Ну, честно говоря, брать-то я не собирался. Ну, и, наверное, и не буду. Но мало ли, может, попадет когда-никогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Руку выключает. Очень-очень неприятно. Вот сейчас это место начинает болеть. Фух, сколько? 3, да? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Да, сильно долго я, конечно, просуществую еще. Не факт, что даже сталь посажу, но это все-таки EDC-шник, такой чистый. К канатоборцам его тяжело отнести. Но EDC-шник, он, в общем-то, неплохой. Сталь, конечно, подвела. Для тех, кто не понимает, в принципе, тот же самый результат бы и 30-ка сделала, без всех этих понтов. Спринтрановский. Сколько у нас? 20, да, 200, да? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 200. Сейчас чуть-чуть руку расслаблю, чуть-чуть скотч помотаю. Нет, сначала я еще подготовлю. Знаете, я пока так периодически чувствую какие-то такие микропроблемки, но нож не уходит в мыло, вот это меня очень сильно радует. Нож нормально, зубасто, агрессивно жамкает этот канат, без какого-либо такого серьезного напряга. Это очень-очень меня пока радует, очень-очень сильно. Сейчас, погодите, вот
чуть руку встряхнул. Ну, поехали дальше, продолжим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фу. Знаете, я, наверное, все-таки скотч еще помотаю, еще порежу. Я чувствую, что нет там проблем с бумажкой, не будет, я думаю, никаких. Но все-таки еще порежу, но очень уже тяжело резать. Этот нож подтверждает довод, что порой степень усталости не сильно зависит от степени затопления. Иногда такое бывает. Но в конечном итоге важно не столько количество резов, сколько характер реза на канате. Ну, количество тоже, конечно, важно, но характер немаловажен. Намотали чуть скотч, вздохнули. Главным образом на свой вопрос я ответил. Мне нужно было подтверждение теории, что нож будет... Видите, рука дрожит. Нож будет это... При... заточки не относительно крупными как бы финишными камнями, то есть в районе 3-5 микрон нож будет жить, не улетать в мыло. И это как бы пока, в общем-то, подтверждается. Для такого класса стали я считаю, что это отвратительный результат, но тем не менее, хоть что-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, ребят, я устал, все. Я не хочу больше. То есть я мог бы еще, как бы, наверное, до 300 догнал, но просто неохота убиваться. Фу, рука болит. Кошмар. Давайте попробуем немножко порезать. Я же говорил. Никаких проблем. Не, ну с вывертами уже есть проблемы. Да. Все-таки подсела сталька, не только я устал, все-таки и сталька подсела. Да, особенно вот здесь. Сейчас я попробую это место получше найти. Вот оно. Да. Ну, как ни странно, но уже в который раз подтверждаю, что самое такое место в резе, на канате самая большая проблемная зона, она где-то вот здесь. И на самом кончике, а чуть-чуть отходя от него. Тем не менее, спайдерка Сауфорд, Брэд Сауфорд Фолдер, сколько там, 240 резов, мог бы и больше, и значительно. В принципе, неплохой результат, в принципе, для этого угла, для это. Но давайте будем откровенны, да? Эта сталь вышла аналогом М390. Выходит, в принципе, спайдерка с подобной сталью, со сталью М390, у нас уже на канате была. И, положа руку на сердце, миля как бы побольше отрезала. И рез был совсем другой, это было видно, чувствовалось. Поэтому все-таки то, что я в некоторой степени эту сталь похоронил, все-таки это оправдано. На мой взгляд, за $260 от спайдерки можно было ждать что-то более вменяемое с точки зрения той же самой стали. На мой взгляд, по крайней мере, по заточкам, характеристикам, по ощущениям от заточки, CTS XHP куда более вкусная сталь, чем CTS 204P. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.